Представители областной ассамблеи народа Казахстана на берегу озера Пестрое организовали экологическую акцию под названием «Аккугершен». Мероприятие приурочено к предстоящему весеннему празднику – Дню единства народа страны. Участие в нем приняли более 30 волонтеров ассамблеи и колледжей города. Подробности в следующем сюжете. Пляж озера Пестрое – одно из любимых мест отдыха жителей областного центра. В погожие дни на пикники сюда съезжаются сотни петропавловцев и гостей города. Чтобы подготовить пляж к началу купального сезона, волонтеры решили заблаговременно очистить берег от бытовых отходов. Среди участников акции и студенты колледжа сферы обслуживания имени Искандера Даутова. Мы в летний сезон с друзьями сюда очень часто ходим, приезжаем, и как бы нужно убрать также для самого себя в первую очередь. С первых классов начинают приучать убирать территории, потом это к школе, ну а потом мы же по жизни, можем сказать, передаем это в поколение в поколение, чтобы мы заботились о природе. Экологическая акция «Аккугершен» организована в преддверии Дня единства народа Казахстана. Охрана природы – это общее дело. Однако, по словам организаторов, многие горожане остаются в стороне, когда речь заходит о проведении субботников. Уже мы проводили несколько субботников. Были и в парке Победы, и убирали улицы Жамбыла. Сейчас решили, так как это зона отдыха, получается, у нас для всех жителей СКО, мы решили выбрать именно эту локацию, озеро Пестрое, так как она как бы является центром для сбора всей молодежи. В завершении мероприятия участники акции организовали флешмоб, посвященный 30-летию независимости Казахстана. Кирилл Потемкин, Жанбота Сентаева, Адиль Нуржанов, Служба новостей.